Я вам напоминаю, как выглядит Мария. И сейчас я вам покажу, что сделал бы я, если бы она пришла ко мне и сказала: «Подари-ка, пожалуйста, мне цвет такой, чтобы я выглядела сочно, дорого и вкусненько». Если бы Мария все-таки попала ко мне в шейные ручонки, то выглядела бы я примерно вот так. В соответствии с той системой работы с цветотипом, про которую я сейчас рассказываю, что мы имеем в итоге? На фоне более темных волос мы имеем более контрастную кожу и глаза сразу более ярко выраженные. При этом нет никакого дисбаланса, потому что температура цвета волос и температура кожи абсолютно совпадают. Это очень важно, я об этом говорил в предыдущем видео. А теперь давайте посмотрим на результат, который бы получила Мария, придя на какой-нибудь тетечке, которая подбирает цвет волос под цвет глаз и создает контрасты с предыдущим образом, а не в рамках природного цветотипа. Покрасим Марию в блондинку. Понимаете, да, о чем я говорил? На фоне таких светлых волос никакого контраста нет. Кожа визуально становится более грязной, ее прям умыть хочется. Глаза становятся жутко черные, внешность сразу более отталкивающая. Никакой сочности, никакой яркости, это выглядит дешево. Она выглядит как самая дешевая шалава с окружной. И это еще полбеды, если бы ей сделали такой цвет. Мастера настолько боятся теплых оттенков, что какая-то клиентка скажет: «Я все еще вижу желтый», что скорее всего сделали бы ей холодный цвет, и выглядела бы она вот так. Пожалуйста, скажите, что это выглядит убого. Как по мне, еще хуже, чем с теплым блондом. Никакой естественности, выглядит дешево, не натурально, как будто на ней парик. Вот вам наглядный пример, почему нельзя уходить из природного цветотипа. Потому что вы рискуете получить образ дешевой эскортницы. Очень приятно. Идешь нахуй. Ты как считаешь? Похоже? Очень похоже. Как будто твою фотографию переделали. А может, это нет? А может, все-таки да. Ты считаешь, есть такой же человек, похожий на меня, как на этой фотографии? Думаю, нет. Она кажется немножко похожа на всю мою фотографию. Блокировала в WhatsApp, я тебя в других соцсетях не найду или чё, блядь? Пизда нахуй, пизда тебе, блядь. Пиздища, блядь, тебе.